Всем привет, дорогие друзья! Давайте в этом видео познакомимся с проектом CryptoHands.org. Прежде чем мы начнем, я сразу вас предупреждаю о том, что CryptoHands.org это инвестиционный матричный проект, в котором, да, вы можете получить хорошую прибыль, но вы должны знать, что ваш доход получается путем перераспределения средств, вложенных другими участниками. То есть данный проект функционирует по принципу пирамиды. Поэтому кроме вас никто ответственность за ваши вложенные средства нести не будет. Это нужно четко понимать. Если есть желание, входите. Если нет, то нет. А теперь давайте поговорим о плюсах данного проекта. Конечно же, первый плюс – это небольшой вход. То есть для входа в данный проект нужно всего лишь 0,05 эфира. По текущему курсу это чуть более 11 долларов. То есть довольно-таки небольшая сумма, которую каждый может себе позволить, но в итоге можно получить сумму намного-намного больше. То есть мы пополняем данную сумму единоразово, а после этого мы можем получать уже прибыль. Конечно, с учетом того, что у вас будут заполняться реферальные уровни. Значит, второй плюс. Здесь неплохой маркетинговый план, который мы сейчас попозже рассмотрим. Кроме того, данный проект работает на блокчейне эфириума, на так называемых смарт-контрактах. Что это нам дает? Это нам дает полную децентрализацию данного проекта. То есть, как бы администрация в перераспределении средств не участвует. На ваших аккаунтах средства не задерживается. Средства поступают сразу же непосредственно на ваш кошелек. То есть вот такие вот плюсы. Децентрализация, полная анонимность, которая позволяет нам не бояться за то, что, допустим, админы своруют себе часть средств или админы просто что-то еще натворят. Мы работаем непосредственно между кошельками, поэтому при заполнении ваших реферальных уровней ваш доход будет начисляться вам сразу на ваш эфириум кошелек. Итак, поехали дальше. Для работы на данном проекте нам понадобится прежде всего эфирный кошелек. Я настоятельно рекомендую вам завести кошелек MetaMask. Он устанавливается в ваш браузер через специальное расширение. Допустим, я использую браузер Opera. Я зашел на официальный сайт кошелька MetaMask и установил данное расширение. При установке вам нужно будет придумать и ввести сложный пароль, после чего кошелек MetaMask сгенерирует вам определенную фразу. Это мнемоническая фраза, которая служит для восстановления доступа к вашему кошельку в случае потери пароля или каких-то других экстренных случаях. После чего вы должны пополнить данный кошелек на сумму чуть более 0,05 эфира, потому что при вступлении в проект CryptoHands вы будете осуществлять перевод, и вам нужно оплатить небольшую комиссию, так называемый газ. Поэтому пополняем чуть-чуть больше, чем 0,05. Допустим, 0,052 или 0,053, чтобы ваш перевод осуществился без каких-либо проблем. Так, по поводу кошелька MetaMask я уже сказал, да, переходим дальше. И теперь давайте посмотрим, как работает маркетинг на данном проекте. У них все довольно-таки подробно описано на самом сайте, поэтому сейчас мы будем смотреть картинки, я буду рассказывать, и вам, думаю, все станет понятно. Значит, первый шаг. Заводим кошелек Ethereum. Я уже не бы сказал, мы завели кошелек MetaMask. Кстати, как пополнить кошелек MetaMask? Кликаете по мордочке лисы в расширении, кликаете вот сюда, скопировать адрес в папку обмена. Копируете адрес и на этот адрес уже переводите там, откуда у вас есть ваши средства. То есть, допустим, у меня, если есть Coinbase, я могу вывести с Coinbase, то есть сейчас у меня пусто, потому что я выводил уже на MetaMask. Нажимаем кнопочку Send, вставляем адрес нашего MetaMask и на него переводим необходимую сумму в эфирах. Так, дальше. Регистрация.
Регистрация здесь довольно-таки очень тоже простая, а именно, когда вы переходите по партнерской ссылке, кстати, моя партнерская ссылка тоже будет в описании под видео, буду рад, если вы будете по ней переходить, регистрироваться, потому что при заполнении первой реферальной линии, если у меня будет много рефералов, то у меня будут осуществляться переливы, и все люди, которые ко мне будут переходить, они будут переливаться уже под вас, то есть вам уже не будет такой большой нужды, то есть записывать видео, приглашать, чтобы заполнять ваши реферальные уровни. То есть чем больше у меня будет рефералов, тем больше будет переливов, тем легче будет вам заполнять свои реферальные уровни. Итак, при регистрации вас перекидывает, то есть, вернее, при переходе на по партнерской ссылке вас перекидывает на главную страничку. Вы нажимаете, давайте сейчас вам покажу. Нажимаете регистрацию, и вас перекидывают вот на такую страничку. Регистрация здесь осуществляется сразу после того, как вы переведете 0.05 эфира вашему аплайну, то есть человеку, который вас пригласил. Для того, чтобы все сделать очень легко и быстро, вот как раз таки рекомендуется использовать кошелек MetaMask. Мы нажимаем регистрацию в один клик, после чего открывается окошечко MetaMask, в котором вам предлагается осуществить транзакцию перевода 0.05 эфира на адрес вашего пригласителя. Там нажимаете просто кнопочку «Подтвердить» и все. Осуществляется перевод, и вы путем вот такого перевода сразу же автоматически регистрируетесь на данном проекте. Получается так, что, допустим, когда вы приглашаете, когда вас пригласили, вы сразу же перевели 0.05 эфира вашему пригласителю. И потом также, когда вы, как только вы приглашаете первого человека, он тоже вам переводит 0.05 эфира, и получается уже с первым человеком ваши вложенные средства окупаются. Здесь можно все почитать. Вот на картиночках вы обозначены желтым кружочком, а все аплайны и наоборот нижестоящие реферальные уровни обозначаются синими кружочками. Так, ну да, вот, допустим, нам написано «Отправьте 0.05 эфира на адрес смарт-контракта». Но это если мы переводим вручную. Я вам рекомендую опять-таки использовать MetaMask. Либо использовать MyEther Wallet, либо же какой-либо другой кошелек, который обязательно поддерживает токены стандарта ERC-20. Но другие кошельки использовать нельзя, потому что перевод не осуществится. Вот опять-таки в пункте 1.2 схемка, да? Вот вы находитесь посередине. Как только вы перевели 0.05 эфира вашему пригласителю вверх, да, получается, вы зарегистрировались, и вам уже доступен личный кабинет. Вы начинаете приглашать людей, и, допустим, первый же человек, который опять-таки зарегистрировался уже по вашей реферальной ссылке, он вам переводит эти 0.05, и получается, вы уже окупили ваши вложения. Вход. Значит, вход в аккаунт осуществляется через ваш эфир, адрес эфирного кошелька. Здесь не нужно вводить пароль, потому что все здесь работает на блокчейне, на смарт-контрактах, нечего взламывать. И, как вы можете видеть, администрация никогда не вводит, не просит ввести приватные ключи. Сейчас я войду в свой аккаунт. Секундочку. Итак, я вошел в свой аккаунт. Вот так вот выглядит ваш личный кабинет. Дело в том, что я вчера заходил в данный проект с ноутбука. Там у меня установлен другой кошелек MetaMask. Записываю я видео здесь на рабочем компе. Здесь другой MetaMask кошелек. Поэтому я не входил автоматически через кошелек MetaMask, а ввел свой эфирный кошелек с аккаунта, который на ноутбуке, и вошел на свой личный кабинет. Чуть позже мы к нему вернемся еще. Так, идем дальше. Значит, по поводу входа я уже сказал. Пункт 3. Привлечение или ожидание рефералов. После того, как вы зарегистрировались и оплатили 0.05 вашему пригласителю, считается, что вы купили первый уровень, и в первом уровне у вас может быть 3 реферала, и уже вы можете данных рефералов себе приглашать.
Идем дальше. Переливы. Допустим, вы пригласили, или, допустим, я пригласил больше 4 человек, больше 3 человек, допустим, 4, 5, 6 и так далее. Вот, допустим, вот вы пригласили 4 человека. У вас первый уровень заполнился, то есть 3 человека уже есть, куда девать четвертого? А четвертый автоматически переливается под уже на вторую вашу реферальную линию. То есть, допустим, вот у этого человека уже есть свой личный реферал путем осуществления перелива, потому что вы первый уровень уже набрали полностью, и все последующие уровни будут заполняться путем переливов. Идем далее. Также система нам говорит, что если не приглашать ни одного реферала, то рано или поздно к вам перейдет реферал от вашего аплайна. То есть, допустим, если я по чьей-то ссылке зарегистрировался, но и рефералов не приглашаю, но мой пригласитель ведет активную деятельность, и у него хорошо заполняются уровни, то рано или поздно от него перейдут переливы, и новые партнеры встанут уже под меня, то есть в мою реферальную линию путем переливов. То есть чем больше, допустим, ваш пригласитель, допустим, приглашает людей, тем больше шансов, что путем переливов ваши реферальные уровни тоже будут заполняться. И наоборот, вы можете также активно приглашать людей, чтобы активно заполнять реферальные уровни ваших рефералов. Так, пункт 4. Прибыль. Первый же реферал, которого пригласили и получили его от системы, переводит вам 0,05 эфира. То есть, если вы не оплачиваете 0,05 эфира, регистрация не происходит. То есть, вход именно такой вот обязательный. Первый же реферал, с которого вы пригласили или получили от системы, переводит вам 0,05 эфира. То есть, получается, уже с первого человека вы купаете свои вложения. А с трех рефералов первой линии, то есть, если каждый человек вложится по 0,05, то суммарно прибыль с первой реферальной линии составляет уже 0,15 эфира. Второй уровень. Для покупки второго уровня, вообще для чего нужно покупать уровни, да? Ну, чтобы увеличить вашу прибыль, правильно? Вот. Вы можете остановиться на первом уровне, то есть вы потратили 0,05 эфира своему пригласителю, от трех рефералов получили 0,15, итого чистая прибыль составила 0,1 эфира или 200%. Вы можете остановиться, дело ваше. Вот, если желаете получать больше, тогда нужно покупать следующие уровни. Вот, допустим, мы покупаем уровень 2. А для того, чтобы купить уровень 2, мы уже покупаем данный уровень не у нашего прямого пригласителя, а у аплайна второй линии, то есть пригласителя-пригласителя. То есть, допустим, вот я, вот мой пригласитель, а вот второй уровень моего пригласителя. То есть я уже покупаю вот так через одного. Я уже ему оплачиваю 0,15 эфира. Теперь получается, допустим, у вас первая линия заполнена. И заполняется вторая линия, в которой уже не трое, а 9 человек. И получается, что 9 человек, чтобы купить второй уровень, покупает его у вас. То есть второй реферальный уровень покупают у вас второй уровень. И так как он стоит 0,15 эфира, а в этом уровне у нас уже 9 человек, то суммарная прибыль, да, если все 9 человек купят данный второй уровень, составит уже 1,35 эфира. В принципе, здесь все написано, вы можете почитать. Вот что мне сразу понравилось, здесь все у нас описано на данном проекте. Третий уровень, да. Третий уровень мы уже покупаем у нашего аплайна третьей линии. То есть вот я, мой прямой пригласитель, потом второй уровень пригласителя и третий уровень пригласителя. То есть я уже покупаю у него, трачу 0,45 эфира, да, чтобы разблокировать третий уровень. С другой стороны, на вашем третьем реферальном уровне уже будет 27 человек. И если они будут у вас покупать третий уровень, то 0,45 умножаем на 27 человек, то суммарная прибыль у вас составит уже 12 эфиров. Чуть более 12 эфиров. Это уже довольно большая сумма, да? Давайте введем. Это $2700.
Идем далее. Четвертый уровень. Идем далее. Четвертый уровень уже покупается, опять-таки, у вашего аплайна четвертого уровня. То есть вот я. И вот идет аплайн, то есть линия вверх. Вот мой прямой пригласитель. Вот пригласитель пригласителя. И так далее. То есть я уже четвертый уровень покупаю у аплайна четвертого уровня. Плачу ему 1.35 эфира. Далее. На вашем четвертом реферальном уровне уже может быть 81 человек. И если они будут у вас покупать четвертый уровень, то тогда ваш доход составит уже 109 эфиров. Так, здесь как бы вот такая четырехуровневая система, но можно идти дальше. Но если, допустим, мы покупаем уже пятый уровень, то мы опять-таки возвращаемся уже к нашему аплайну первой линии. То есть пятый уровень мы уже не покупаем у пятого аплайна, то есть где-то вот здесь. Мы опять-таки пятый уровень уже покупаем у нашего непосредственного пригласителя. Платим ему за пятый уровень 4 эфира, 4.05. С другой стороны, опять-таки, если наши рефералы первой линии, то есть первые три человека, тоже захотят купить пятый уровень, получается вот такая сумма. То есть каждый человек платит по 4.05, мы получаем 12.5 эфиров. Ну а дальше все повторяется. Шестой уровень мы покупаем уже опять-таки у аплайна второй линии. Платим 12-15 эфира. С другой стороны, если наши 9 человек купят шестой уровень у нас, то мы получим 109 эфиров. Далее, седьмой уровень. Опять-таки мы покупаем его уже у аплайна третьей линии. Да, вот. И потом, если 27 человек покупают тоже седьмой уровень, у нас уже, да, то мы получим вот такую сумму. 984 эфира. Ну и последний, восьмой уровень. Мы покупаем его уже у аплайна четвертой линии. То есть вот здесь вот уже, у этого человека. Платим ему 109 эфиров. А если, допустим, в идеале, конечно, будет так, что, допустим, 81 человек четвертого уровня захотят купить у нас или у вас, да, восьмой уровень, то в конце мы получим вот такую вот сумму 8857 эфиров. Здесь также можно почитать суммарную прибыль 10 тысяч эфиров, но это, конечно, сумма такая в идеале, теоретическая, такую сумму невозможно достичь. Здесь даже вот такие сделанные звездочки, примечания. А сумма 10 тысяч эфиров является максимально возможной теоретической прибылью, которую сделать при единоразовом прохождении всех уровней практически невозможно. И вероятность ее получения стремится к нулю. Но на практике, в реальных условиях, половину этой суммы сделать вполне реально. И вероятность ее получения стремится к 100%, даже при однократном прохождении всех уровней. С функцией repeat, то есть повтор, когда мы начинаем все заново, да, покупать первый уровень, второй и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, можно сделать 10 тысяч эфиров. И больше благодаря неактивным рефералам. Стремиться к 100% каждого участника CryptoHands. Ну, собственно, дальше и все. Вы можете почитать о гарантиях, о том, как это все работает и так далее. То есть самое главное, что вот мы рассмотрели маркетинг-план, как это все работает. Давайте перейдем в личный кабинет. Вот так данный проект выглядит, личный кабинет. Значит, первый пункт – это панель управления. Показывается ваш текущий уровень. Потом показывается, сколько вы будете получать со второго уровня. Так, здесь показывается ваш текущий доход. Допустим, у меня уже двое человек сюда пришли. И всего доход у меня уже 0.1 эфира. Сколько рефералов, раздел разработки пока еще не показывается. Написано coming soon. Так, здесь показано дальше уровни. Пока что вот у меня первый уровень. Он активен. Второй уровень я еще не купил, потому что он, ну, поэтому он показывается, что у меня он не активен. То есть все понятно. На первом уровне, допустим,
Стоит он 0.05, должно у вас на первом уровне 3 реферала, второй уровень стоит 0.15, на нем 9 рефералов, ну и так далее. И по каждому уровню вы вот можете посмотреть доход. Далее перейдем к разделу реферальные ссылки. Здесь есть различные баннеры. Ну, баннеры, конечно, такие простейшие. Если есть у вас где их раскидывать, раскидывайте по сети. Ну вот хороший баннер, кстати. Раскидывайте их по сети, приглашайте сюда людей в свою реферальную структуру. Так, раздел статистика. Раздел статистика. Вот у меня было две реферальные регистрации. И вы можете посмотреть, пожалуйста, вот от кого были реферальные регистрации, начисления. То есть я вам не вру. У меня уже две регистрации было. Еще одна регистрация, у меня будет заполнен первый уровень. Каждый новый реферал мне перевел по 0.05 эфира. То есть получается, уже с одного человека я вложение откупил, и второе вложение 0.05 уже мне пошло в чистую прибыль. Так, раздел рефералы. Что у нас здесь? Ну, здесь такая древовидная схема получается. Вот, допустим, я, вот мои два реферала, которые зарегистрировались по моей реферальной ссылке. Так, можно посмотреть аплайны, то есть это вышестоящая структура. То есть вот мой непосредственный пригласитель, вот его адрес эфирного кошелька. Вот аплайн второй линии, третьей и четвертой линии. Можно кликнуть, посмотреть на транзакции на сайте etherscan.io. Так, что еще? Ну и в принципе все. Вот так это все работает, друзья. Вы можете посмотреть, вот опять-таки я говорю, вот мои разделы, мой раздел рефералы. Так, статистика. То есть вот они перевели мне, то есть я не вру. Просто я не могу вам показать кошелек MetaMask, потому что у меня другой аккаунт здесь. Я же говорю, у меня аккаунт на ноутбуке. А платежи вы можете посмотреть сами, кликнув по текущему адресу и посмотреть платежи на проекте etherscan.io. Итак, давайте, друзья, подытожим. Значит, CryptoHands – это инвестиционный матричный проект, который функционирует по принципу пирамиды. Плюсы пирамиды. Она децентрализована. Переводы осуществляются прямиком на ваши кошельки. Вот. И администрация никак не вмешивается в ваши переводы. То есть, плюс еще данной пирамиды – это небольшая сумма на вход. То есть, как бы я вас предупреждаю, я не хочу там врать, там говорить, там что-то такое, какой-то такой проект. Вы должны сами понимать, как этот проект работает. Поэтому никого силой не заставляю. У кого есть желание заработать, пожалуйста, я буду рад видеть вас в своей команде. Моя партнерская ссылка будет в описании под видео. И помните, что вкладывать нужно только те деньги, которые вам не жалко потерять. Я не пожалел, вложил, и сейчас буду накапливать свою реферальную структуру. На этом все, друзья. Все ссылочки будут в описании под видео. Кстати, я завел свой телеграм-канал. Туда вступайте, пожалуйста. Там я делаю различные объявления, опросы, новости и так далее. По ботам, по проектам и так далее. Так, на этом, друзья, всем удачи, всем пока. Жду вас в CryptoHands. И давайте заработаем здесь побольше денег. Всем удачи и пока.